Касается жителей Приднестровья, то перед нами типичные жертвы перестройки, которые оказались в сложном положении уже практически сразу по ее окончанию. В 1992 году там произошел военный конфликт, который удивительным образом напоминает то, что сегодня происходит на Украине, только масштабы, к счастью, для Приднестровья были куда меньше. С 1992 года там напряженности в военной форме больше нет, и Украина и Россия гарантировали мир. Расположены наши миротворцы. С тех пор ситуация там абсолютно нормальная, люди живут нормальной жизнью. При этом хочу подчеркнуть, что нет конфликта между русскими и молдаванами. Есть конфликт между государством Молдавия, которое ориентируется на Румынию и Соединенные Штаты Америки, и территорией, которая считает себя государством под названием Приднестровье. И там живут и русские, и люди других национальностей, в том числе молдаване и украинцы. Что касается сегодняшней ситуации, то да, есть попытки перенести украинский конфликт на территорию Приднестровья. Втянуть в Россию – это главная задача Соединенных Штатов Америки. А власти и Украины, и Молдавии готовы пожертвовать своей государственностью, своим суверенитетом для того, чтобы выполнить заказ США. Я надеюсь, у них ничего не получится, но ситуация для России действительно тяжелая, потому что фактически сегодня наши миротворцы блокированы на территории Приднестровья. Чтобы доставить туда хоть что-нибудь, нужно либо проехать через территорию Украины, а Украина запретила транзит грузов, либо нужно пролететь через территорию Молдавии. В случае запрета, который может быть теоретически введен, получается некая блокада. Так что ситуация сложная. Аэродром есть в Приднестровье, хороший военный аэродром, но для того, чтобы туда что-то доставить, нужно пролететь через территорию государств, которые могут это не разрешать. Я думаю, что выход будет найден. Очень хотелось бы, чтобы Приднестровье вновь не оказалось в той ситуации, в которой оно было в 1992 году.